На Зеленом заборе есть телефоны, продаются квартиры. Мы позвонили в данный момент сейчас. И нам сказали, что да, квартиры эти уже продаются. Внимание жителей микрорайона привлекло объявление на заборе. Позвонив по указанному телефону, стало ясно, это не частный дом, как еще полгода назад уверял людей застройщик. Квартиры продаются с видом на море, город или горы. Цена от 63 тысяч рублей за метр. Этот дом будет сдаваться в конце этого года. Процентов 15-20, наверное, квартир в этом доме продано. Потому что район хороший. Цена для этого района даже на стадии строительства, я считаю, ну, нормальный ценник. Дом будет комфорт-класс, а не эконом. В отделе продаж уверяют, здесь будет 12-этажный дом. Сочинцы забили тревогу. Дорога узкая, парковочных мест нет. Это в том районе, где нету проезда, где нету тротуаров. Здесь не просто проехать, здесь скоро двум человекам негде будет разойтись. Поэтому мы повторно обратились в нашу хостинскую администрацию. Хостинская администрация, спасибо большое, отреагировали, прислали к нам архитектора района. По словам главного архитектора Хостинского района, застройщик в свое время получил разрешение на строительство частного дома высотой не более 3 этажей и площадью, не превышающей 160 квадратных метров. Выявлен грубый факт нарушения, превышения площади застройки почти что в 2,5 раза. На сегодняшний день она представляет 380 квадратных метров. То есть в разрешенный вид параметры отклонения налицо. Это грубое нарушение. Вывод такой должен быть, что привести в соответствие. Но как привести в соответствие, это я не понимаю. Тогда, скорее всего, это надо полностью демонтировать его. По факту самовольного строительства администрация города подготовила и передала в суд исковое заявление. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.